Всем привет, с вами Юмилия. Я довольно давно уже не выпускала реакции на Валеру Гостера. И, честно говоря, соскучилась по его контенту. Но предыдущий ролик у него был хоррорный, и мне было страшновато его смотреть. Как бы эта игра с малышом тоже вроде бы хоррорная, но, насколько помню, я не слишком сильно пугалась, когда делала реакции на прошлые видосы. Я сейчас чувствую себя, сегодня, в течение дня, не особо хорошо, поэтому... Могу быть немножко странной, но в то же время я хочу как-то отвлечься, посмотреть видео и поснимать для вас как раз-таки реакции. Я вас просто предупредила, чтобы вы понимали, почему я могу быть какой-то, действительно, немножко не такой, как обычно. Я не знаю, что со мной происходит. Ой, как хорошо, что я сюда посмотрела. Такая непринужденная какая-то реакция. Возможно, с какими-то фейлами, но давайте уже, смотреть. Здрасте. Здрасте. Всем привет, все как обычно. Боже мой, сколько лет, сколько зим. Кстати, у нас сегодня еще будет стрим, все новости про него в телеге, если что, заходите туда, подписывайтесь, если не хотите пропустить. Стрим сегодня будет по Джоджо. Отлично. Баба в желтом. Да. Опять это что? А что вы еще хотели? Качество хреновое. Черный кот, кстати, о, признак, что где-то нассали. Я так понимаю, сегодня снова вечер лысых пранков. Кстати, возможно, вполне. Что это происходит там? Я еще за... 11, мое любимое число. Ты не успел, малой уже что-то вытворяет, слышишь? Лысый. Ну там уже ремонт капитальный делает. Немного укачивает у вас. Стены сносит. Это ты такую кучу навалила? А, это для развития. Это точно не лысого. А где пацан? Хватит трясти дом. Вот теперь это точно не я. И не бойтесь, овощи, все будет в порядке. Слышишь, шайба, ты где? У меня есть дрожащая соска, все как ты любишь. Почему его нет? Может, от кошки какие-то объяснения получим? Слышишь, Китя, объясни тряску в 9 баллов, пожалуйста. Это как раз таки продолжение предыдущего. Это типа не общайтесь со мной, я вообще нарисованная? Ты что, я же тебя достану все равно. Пацан, дай руку. Надеюсь, мне засосало в какой-нибудь яркий, красивый мир. Художество ваше засосало меня просто милота по уши. Я просто реально в картину вошел. Вот он то там Исюкай и остался. Жук майский. Тут глаза наблюдает красные. Журнал 940. Живопись все еще остается лучшим способом путешествия между мирами. Что? Вообще игра в какую-то не ту стиль. Не попадаться на глаза малышу, иначе мне грозит та же участь, что и постигла остальных. Что? Конец журнала. Слышишь, ты уже во всех мирах всех достал. Все, мы переехали от тебя себе в картину. Пока. Лор. Привет. Слышь, я все в этом мире живу, без пацана. Все хорошо, никто не терроризирует. Здесь нужна книга. Головоломки. Болт. Гайка с болтом. Орех. Что? Почему нет? Как убийство. Неправильно. Неправильно. О, правильно. Ну, естественно, красный, синий подходит. Это я знаю. Гнездо. Нужна птица. Или орех. Болт просто ставить. Хорошая логика. Пихайся. Ну, так должно сработать. Ой, еще книга. Исследуйте котельную. Котельная — это дом кота? Вообще, а, как печка будто другая игра. И спидометр. Ну все понятно. Разгоняемся! О, боже! Я в последнее время флешбэк подсела на фонг. Флешбэк из бани с дедом. То есть еще раз, я через картину оказался в другом мире, и мне нормально, да? Да! Занято! Слышишь, блохастый, ты можешь объяснить, ты за меня или за пацана? А взгляд-то какой? Что? Что, у него инфаркт? У него просто... Это Стрея, что ли? Сердце вывалилось. У нас собирается какая-то пати против лысого, я так понимаю. Угу. А вот где его органы запасные. Журнал 334. Ньют оказался одним из самых ценных моих творений. Однако мне нужно разобраться с дефектом конструкции аккумулятора. Господи. У меня кошка мяукает, и я подумала, что это... Сейчас, секунду. Потом разбираться. Ньют, значит, да? Все, дефект устранен. Ну, почти. Говорят, самое ценное творение, ты пошли? Идем. Алло? Он начали. Я понял. Тебя нести придется, да? Да. Одного лысого заменили на другого. Что происходит? Вместо молока теперь батарейки? Ну ничего, слышишь, ты хотя бы какой-то поспокойнее, чем малой. Угу. Отремонтируйте робот, подключите это. Так, будет немножко неприятно. Ты терпи, один раз не iPhone. Сейчас мы тебе прошивку накатим нормально. Все, с вами демон и андроид. Какой же ты хороший. Да. Ты еще принтер. Ну, с какой почином. Милый. Внизу было. Я видел, вот они. Чисто такой же ребенок. Покорми. О, нет, помнишь, оно и всплывет. Я только в другой мир переехал. Стоп, почему ты ближе оказался? Слышишь? Даже не думай. Сюда приближается. Закрашивайте это. Да, закрасьте. У меня уже новый лысый. Кушай, мой хороший. Видишь, он меня любит. Все, отлично. Что не так? Что, у тебя жопа болит? Жопы нет. А, ее нету просто.
Что, давайте жопу искать? Детям сюда нельзя. Это про тебя, если что. А, ты типа жопой взламываешь двери? Ну ладно, пошли. Классный да? Нужно подложить просто что-нибудь. Что вы думаете, я тупой, что ли? Да как так-то? На, пока не грусти. Сейчас, я быстро найду, чем подпереть дверь. Молотком? Кабелями? Нет, что-нибудь надо, типа... Что это? Что-то типа легендарного золотого подпирателя двери, правильно? Все, врач только посмотрит, не бойся. Видишь, а ты боялся. Жопа на месте. Да ладно, не больно же было. О, нет. Ты что, еще ближе стал? Да. Не иди сюда. Ты зачем туда закрылся? Мне стрёмно того, что будет в конце. Ключ? Может, орешки погрызёшь? Тут скрим. А, ты будешь лифт чинить? Я тебе доверяю, давай. Стоит там орехи валятся какие-то, болты. Ну. Ты пол лифта разобрал, типа починил? Смазать там что-то надо? Масло. Ёпта, Петрович, на рабочем месте. Офигеть, работник года. Что, закусить молоток. Тебе? Я-то думал, тебе для ремонта, ты просто насинячил и все. Отремонтировать это не значит разобрать. Угу. Я вообще не уверен в качестве сборки этого лифта. Но почему она не закручена? А мелкий все ближе и ближе. Ой. Он нет, нет, нет. И ой, тут он, боже. Ты еще уродливей. Слышь, Валя, я смотрю, ты неплохо устроился здесь. Это что за самогонный аппарат еще? Ну дальше что, ты мне сюда притащил? А, ну тебе плевать, у тебя грибы вянут. Синий плюс красный, грибы. Дать ребенку. Ну допустим, смешать я смогу. Где я вам ребенка возьму? А что произойдет с ребенком? Из него демона изгонит или в целом его? Ну нафиг тут нужен. Тебе что сказали? Ты не должен быть здесь. Даже отдельный мир создали без тебя. Да, запрещено тебе там быть. Выметывайся отсюда. Чисто когда на. Родители тебя из дома выпинывают 18 вози лет. Его отсюда. Надеюсь, справитесь там без меня. Что мне нужно делать? Покормить малыша. Вези его сюда. Что ты его скинул? Я понимаю, он никому не нужен. Сейчас я сварю тебе суп из двух цветов. Красный, синий. Так. На. А ты типа липкий. Так, мне нужен только ключ с тебя, магнит. Кстати. Все, ты свое дело сделал. Ньют, вези его куда-нибудь в Казахстан. Нет? Там он типа тоже не нужен. Я тут видел кое-что интересное. Ой, его туда хочет! Ага. Как так-то? Черт, это не попытки избавиться от тебя, не злись, если что. Ой, там что-то классное. Хочешь туда? Все, ты пока посиди, я разберусь, как от тебя избавиться. Что вообще делать? Что ты хочешь? Руль? На, езжай. Прикрепить ручку. А куда крепить? Ты знаешь, куда ее? Что ты ревешь? Откисни пока, успокойся. Класс. А, сюда, все, спасибо. Что, думаешь, сожжем его просто здесь? Тебя кошка воспитывала, что ли? Ой. Здесь какая-то кодовая дверь. Странно, что здесь еще не было ни одного скримера. Какие-то варианты вообще есть? Ты что, Амогус распечатал сиськами? А, это свеча. Но! Да двинь ему тоже, смотри, что он борзеет. А ты можешь не быть утырком? То какие. Ладно, мелкие пакости, но это абсолютно уже просто... Охренел совсем! А, вот и свечки подсказки. Первый треугольник, две полоски. Я тебя сейчас уничтожу просто. Здравствуйте, журнал «Лысые гниды». Можно фотку для обложки? Ты просто идеально нам подходишь. Можешь не улыбаться, зубов у тебя все равно нет. Что-то ты какой-то негативный. Сейчас посмотрим, как ты вышел. На первый взгляд, конечно, отвратительно. А, что с фото, что и появится в мире. Мне нужен только цветок, поэтому я сфотаю так, чтобы у тебя музыки не было. А то ты оборзел еще и с музыкой сидит. А все, надо было вовремя платить за подписку. Ты че, как шипишь на меня? Ньют, разберись. Перцовка ему в глаза заливай. Красава, батарейки отработал свои. Всякую херь собираю. Молодой человек, бар закрыт уже, можете свалить? Ладно, еще одну. А что будете заказывать? А паспорт-то есть, слышишь? Лысый не значит старый, не давай думаю. Показывай. Делаю наш фирменный. Зеленый-красный. Коктейль называется сумка, что это? А, грузик. Или нет? Что? Олег Монгол, что это? Что-то не то произошло. Шины Мишлен. Он тяжелый еще стал? Офигеть, ты жопу отъел. Куда ты хочешь? На кнопку, точняк. Так, иди сюда. Ой, какой ты тяжелый. Господи. Я не успел. Так, сиди здесь, сейчас принесу бутылку.
Ну, конечно, да. Не все так просто будет. Точно, аэротруба. Слышишь, Хинкай, только застрянь. Мне интересно, что будет дальше. Так, ну... Сработало! Беги, Ньют, беги! Нет. А, ну ради цветочков, не, конечно, я понимаю. Что ты уселся в фонтане, ВДВшник? Она же работает. Пацан, садись на секундочку. Давай поиграем в канониров. Найдите цветок реагент. Давай, Ньют, обрабатывай. Да что такое злой ребенок? Ньют уже взбесился прям. Лысый довел мультиварку. Ньют, да забей, ты не поймаешь его. Я уже серии 5 с ним бесился. На, делай с ним что хочешь. Глаза очко свистали у него. Понят. Поджигай. Когда написал боту в чате GTP, что он не прав. Пока. Рома сейчас вернется, скорее всего. Доволен? Хорош просто. Я тебя обожаю. Давай его, давай, угомони его, эту бедолагу. Но покорение открытого космоса для него, думаю, не проблема. Он вернется. Да! Сейчас. Еще недовольный. Что бей ему лицо. Ставлю сотку на мультиварку. А мне в таких напряженных условиях еще зелье варить надо. Блин, так было интересно, что там будет происходить, потому что, по-моему, там была какая-то сцена. Может, когда-нибудь помиритесь просто? Не, что-то в них такое есть, знаешь, общее. Ну, вайб какой-то, да. Ой, ты мой хороший. А ты я пошел. Я не знаю, почему, но он мне чем-то напоминает Ласку из Сабнатики. Может быть, глазами как-то взглядом. Нахер. Фиолет. Ласка... Это вообще живое существо из Сабнатики, да? Ну, какие-то плюс какой-то. Вот сейчас надо гадать, да? Ассоциации по логике синий. Потому что... Это же уравнение, нет? Давать желтый желтому, это что-то опасно. Ты что там в планке стоишь? Вспомнил, что жирным был? Может, нафиг тебе это пить? Давай! Ты тоже, да, так думаешь? И что я сварил? Чили 4 перца? А он не сделал горит. Хуже? Хорошо горит. Кем да. Ты только сегодня не был. Сейчас ты лысый уголь, например. А, здесь его сочевальня. А ничего, что я без стука? Что? Здесь открыто было. Люка. А, я понял. Ай, больной, ты что ты творишь? Ты в курсе, когда ты бьешь других людей, тебе это нравится? Это ненормально. Вот тебе врач рядом. Скажи ему. Слышишь, доктор, чини пацана. Точно, соска на кухню. Ай, 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 хватит. Вот она, сосать при опасности. Вперед. Нужно заткнуть его рот. Отлично, он открыт. Сосать. Такая прикольная игра. Ой. Вырубился. А соска с водкой всё? Была, что ли? Чего он уснул сразу? Выровняйте кольца. Намутили, конечно, здесь. Все, мир спасен. Ну что ж такое-то? Да. Ну, ты же спал, сосун, сисек. Что ты сломал? Шар мой, я его чинил. Получите сердечник. Что? Я получаю сердечный приступ, когда с ним нянчусь. О, да. Я спустился. Можно шар? Могу туда сходить, мне не западло. Что дальше? В пушку его засунешь и стрельнешь или отдашь уже? Идите наружу. Ух ты, мне узели, спасибо. Ну елки-палки, беги! А, тебе надо было? Ну извини, я тупой. Какой стрёмный! Нажму для пробуждения. Хватай, хватай. Великолепно. Это здорово, что такой быстрый. Давай, давай, давай. А можно меня также ускорить? Блядь! Он такой стрёмный! Подожди, подожди! Слышишь, кидала, ты какого хрена дверь закрываешь? Ньют, слышишь, ведро с гайками, ты что, меня поставить решил? Ну, видимо, надо было Ньют торопиться. Ньют без сил. Пойдем, мы еще не победили. В смысле нет? Не хочет, ставьте давай сидеть. Сам. А как вот это вставить? Ньют, подсказывай, ты здесь жил всю жизнь. Хочу в стену его впихнуть. А может так и надо? Снова этот детдомовец перестал, да, да что ему надо? Да что такое? Хорош к Xiaomi, блин, ты лучший. Держи дверь, активирую дырку. Главное, чтобы через слишком большой? Купить. Я впервые такое чего слышу. Себе? А, о, вижу мостик. Туда? А, ну ну не, кольца. Креветка, ну не надо. Что произошло? Ньют! Ньют! Ньют пропал. А как его починить? Рука тритона. Ты что, тритон по факту? Нет, я починил. Блин, жалко его. Я еще и жопу ему оторвал. Нет! Мы тебя починим, слышишь? Так. Любопытство. Да. Мне пофиг. Это то, что я мне плевать, этот шар. Происходит. Я хочу починить Ньюта. Да. Игра про дружбу. Это закрыто. Ньют, сорян. Ладно, давайте вас желток сюда. А вот починить? То, что написано не открывать, дверь это мира. Типа сегодня? Я же дурак. Сейчас кошка мне скажет, типа, вот олень, кого притащила в мир. Так. Сколько? А одного мне мало было. Нахрен, блин. О, привет, доктор. Ну, я дурак.
Я не знал! Любопытство было написано. Ну вы там разберетесь. Охренеть. Я не хотел. А главное, кошка... Это еще не конец! Тактично свалила такая, типа, но... сами виноваты, надо сама было брать какую-нибудь поумнее. Все устроила. И то, что сейчас здесь показали, это супер необычно. Я вообще не ожидала подобного от этой игры. И я надеюсь, что как будет продолжение, или оно уже есть, то Валера запишет его прохождение. Потому что по атмосфере как будто вообще нечто другое, какой-то другой проект. И это так классно, что здесь вроде бы поначалу какой-то лайтовый хоррор с каким-то мелким, и он оборачивается таким сюжетом, и еще к тому же показывают еще какого-то нового чела, какие-то там миры и кучу этих мелких. Короче, спасибо большое Валере за ролик, я постараюсь снимать на него реакции, но не на хоррор-видео, пока что. Дальше посмотрим. А тебе большое спасибо, что дождался этой реакции. С тобой была Юмилька. И пока, еще увидимся.